Мы с вами познакомились уже довольно-таки давно, в преддверии празднования 8 марта. Вы как раз приехали на мероприятие к нам в клуб. Вы были немножечко удивлены, что мы не сидим в подвалах, наши детки поют, танцуют, радуются жизни. Мы тоже потихонечку тогда начинали входить в русло, послевоенное такое тяжелое время. За это время вы нам привезли очень много помощи, начиная от канцелярских товаров, заканчивая продуктами питания. Мы очень благодарны каждому жителю Тульской области, каждому предпринимателю, который откликнулся, который помог нам, который не остался равнодушным к нашему горю. Что изменилось? Вы знаете, самое главное, что происходит, изменение в сознании человека. Что человек понимает, что только совместными усилиями можно добиться чего-то в этой жизни. Где-то люди стали добрее, где-то, может быть, злее, но в целом у нас налаживается жизнь. Очень тяжело, очень потихонечку, но все равно у нас позитивные изменения в нашей жизни. Непризнанная республика, ну я думаю, это вопрос времени. Мы уже существуем, да не существуем, мы живем уже 2 года. И довольно-таки неплохо. У нас выплачиваются пенсии, у нас выплачиваются детские пособия. И это делается вовремя. А какова сумма пособий, пенсий? Ну, это все очень разное. Пенсия... Ну, так, средняя. Средняя пенсия. Ну, это 2400 в рублях. Это средняя пенсия. Но я вам хочу сказать, что это лучше, чем... Лучше, чем ничего. Мы понимаем, что пока еще не полностью у нас восстановлены предприятия, пока еще не полностью, не на всю мощность это все работает, но люди хотят здесь жить, они не хотят никуда уезжать, они хотят жить, работать именно в своей республике. А вот ваши общественники, которые убирают всего роскошное, у них какая... Зарплата. У них зарплата, на руки они получают 2391 рубль ежемесячно. Все это вовремя. Ну, понимаете... Но село находится в идеальном состоянии. Спасибо. Мы стараемся. Это каждодневный труд для нас. Мы хотим, чтобы наше село было чистым, ухоженным. Мы очень близко расположены к городу Луганску, поэтому... Нам есть к чему стремиться. Луганск у нас чистый, красивый, опрятный город, восстанавливается. Наши тоже понемножечку, тоже наше село получает строительные материалы люди. Пока, конечно, не в тех объемах, которые бы нам хотелось. Но мы тоже понимаем, что стройматериалы очень дорогие, что это очень хлопотно. Мы все понимаем, потому что мы пережили это жуткое время, мы понимаем, что нужно потерпеть. Разрушить очень легко все, в одну секунду рушатся семьи, города, жизни человеческие. А для того, чтобы отстроить, для того, чтобы восстановить, для этого нужны годы. Какие в республике есть социальные программы, еще что-то? Ну, по восстановлению жилья у нас действует программа 100 домов. Это полностью восстанавливаются дома, начиная от фундамента и заканчивая ключами. Люди получают жилье под ключ. Имеется в виду и технический паспорт на домостроение, и план на газоснабжение, либо это печное отопление, либо электрическое. Программа действует 2000 домов. Это восстановление 2000 домов и программа 2000+. Также действует программа по восстановлению объектов социально значимых. Это больницы, это детские дома, это все-все-все социальные объекты. У нас очень много социальных программ, направленных на поддержку нашего молодого подрастающего поколения. Потому что, мы знаем, во время Украины детям нашим не уделялось должного внимания, они были заброшены. Они смотрели, что хотели, они делали, что хотели. Поэтому сейчас наша республика занимается воспитанием своей молодежи. Это очень важно, потому что наша молодежь – это наше будущее, это наше завтра. Какими людьми мы их воспитаем, такое государство мы и получим. Рождаемость у вас повысилась?
Ну, скажем так, нет. Рождаемость у нас не повысилась, она у нас осталась на том же уровне, ну, если взять эти сухие статистические данные. Ну, у нас много в селе молодых семей, которые с детками. Есть даже люди, которые не боятся рожать третьего ребенка. Поэтому жизнь продолжается при любых условиях, при любых обстоятельствах. И самое главное, что человек думает, что человек решает для себя. Если он решает, что ему нужен ребенок, он будет искать способы, возможности, как прокормиться, как выжить. И... В селе Роскошном до войны сколько проживало людей? В селе Роскошном до войны проживало 6500 населения. А сколько во время войны осталось? Во время войны оставалось 3550 человек. А на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас где-то порядка, наверное, 5000 жителей есть. 5-5,5. То есть 2000 людей вернулись? 2000 людей вернулись, да. Потому что в основном выезжали молодые мамочки с детками. Самое основное, главное, это спасти своих детей. Как у вас проходит... В прошлый раз вы рассказывали, что много полей было заминированных под посевные. Что, какая ситуация на данный момент? На данный момент уже практически, наверное, 90% разминировано полей. Эти поля, те, которые разминированы, они обрабатываются, они засеваются. Также в республике у нас существует программа, ну, можно сказать, так, планирование, сколько нам нужно каких культур. И это не просто так, что вот засеем все подсолнечником и все. Нет, это все планируется для того, чтобы получала наша республика различные виды продукции. Хочется сказать огромное спасибо, и я говорю это огромное спасибо, генеральному директору ООО «Максим Горький» Самошину Андрею Анатольевичу. Большое вам спасибо за картофель, который вы нам передаете в таких количествах. Мы делимся со всем Лутугинским районом, даже со Стахановым. Мы делимся со всеми нуждающимися, потому что мы понимаем, если мы получили, это не значит, что это предназначалось только для нас. Мы должны поделиться, чтобы как можно больше людей получили эту помощь. Генеральному директору «Газпром» «Межрогаз Тула» Воробьеву Николаю Юрьевичу. Наши детки получили гуманитарную помощь, которую передавали в виде канцелярских товаров. Спасибо вам большое за те денежные средства, которыми вы оказываете помощь, за поддержку, за теплые слова, которые вы нам передаете. Генеральному директору фирмы «Кредо-С» Сеничеву Геннадию Васильевичу и Сеничевой Людмиле Николаевне. Очень-очень вкусные пряники, детям очень нравятся. Большое вам спасибо. Ну, еще есть очень много видео, я думаю, вы увидите, как детки вас за это благодарят. Руководителю Тульского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Гребенщикову Сергею Валерьевичу. Мы тоже получили от вас подарки. Спасибо большое. Дети наши очень порадовались. Представителю Тульского отделения партии «Единая Россия» Петрунину Николаю Юрьевичу. Все ваши подарки к нам дошли. Детки получили прянички. Большое спасибо. Тоже видео есть. Частному предпринимателю Чугунову Сергею Львовичу. Вот Сергей Львович, мука, сахар, повидло. Это те составляющие того тульского пирожка, которые детки у нас кушают уже более года. Благодаря помощи, которую оказывает нам Тульская область, у нас дети 10-11 класса получили бесплатное питание в школе. Потому что программа у нас, так как гуманитарной помощи очень мало, у нас детки бесплатно питались до 9 класса. Вот у нас 45 детей, это 10-11 класс, благодаря вашей помощи, тоже питались бесплатно. Детки, те, которые маленькие, им чуть поменьше пирожочки пекли, ну, потому что человечек маленький, он съест пирожочек побольше. А вот те, которые постарше, ну, по два пирожка и большие пирожки пекли.
И оладушки делали с повидлом. Спасибо вам огромное. Так, представителю территориального отделения «Опора России», предпринимателю Глухову Михаилу Григорьевичу. Большое вам спасибо за вашу помощь, за поддержку, за участие в нашей жизни. Но никто бы не знал, что делается, как происходит все, если бы не генеральный директор информационного агентства «Тульские новости» Мазал Андрей Сергеевич. Его личное участие в акции блогеров, информационную поддержку тульских блогеров трудно переоценить. Благодаря его поддержке все люди знали, как проходят эти акции, кто нам помогает. Спасибо вам большое. И самое главное, спасибо большое тульским блогерам, которые не бросают нас в это тяжелое время, которые приезжают к нам, помогают разгружать эту гуманитарную помощь, раздавать. Спасибо вам огромное. Хочу вам пожелать мирного неба над головой. Это самое главное. Мира вам, здоровья, добра и любви. Будьте друг другу внимательнее. Будьте теплее, нежнее. И поверьте, и от этого жизнь будет только лучше и только краше. Спасибо вам большое. И обнимая сегодня Игоря Загвоздкина, я обнимаю всех туляков. Спасибо вам большое.